Так. Эндрю Витальевич. Какие места в России вам особенно нравятся, природа и куда вас тянет? Если, конечно, такие есть. Ну, есть, конечно, там есть несколько мест в Подмосковье, любимых, которые мне нравятся. Там что-нибудь в районе Звенигорода. В Москве, в старой Москве. Я родился у Красных Ворот. Там такой дом 4-5 за Министерством путей сообщения, теперь за РШД. Вот. А Басманная, Новобасманная, мои места любимые. По России я много очень путешествовал. В Иркутске мне понравилось. В Хабаровске есть места интересные, в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке, ну, в разных местах. Я был в Питере, я очень Питер люблю. Несколько мест в Питере, одно время я там жил полгода почти. Вот. То же самое касается, кстати говоря, и там за границей, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Вот, я очень Италию люблю, очень. В Италии лет 15 я каждый год отдыхал, проводил месяц, два, три, полгода в Италии. Работал из Италии. Италия мне очень нравится.